Привет, дорогие мои друзья, с вами Шепелявый Воблер, это у нас игра Ravenfield, и мы сегодня вместе с вами обкатаем новую технику в этой игре. Реальная техника очень крутая, потому обязательно ставьте лайк, присаживайтесь поудобнее, и сейчас я вам объясню, как же ее можно включать и переключать. Это все происходит перед тем, как вы заходите на карту. Мы сейчас будем тестировать новую технику на официальной карте, которая называется Архипелаг. То есть она самая большая, объемная, здесь очень много техники. И что мы делаем? Мы выбираем карту, мы выбираем команду, за которую мы будем играть. Также мы заходим в новую вкладочку, вот тут она называется «Транспорт». И тут мы выбираем именно тот транспорт, который мы хотим, чтобы у нас стоял. У меня сейчас на другом мониторе есть транспорт, который написан, потому что я немножко подзабываю, что как тут называется. Итак, у нас есть джип. Джип мы ставим, ну, допустим, пусть будет вот этот вот, да? Также у нас есть другой джип. У нас есть транспорт, сейчас покажу, очень крутая машина, по-моему, это немецкая машина, насколько помню. Это такой вот прикольный катафалк на колесах. Идем дальше. У нас это, по-моему, что это у нас? Давай мотоцикл, пусть будет. Идем, это у нас, по-моему, был квадроцикл, по-моему, танк. Мы выбираем танк. Сейчас покажу. Это все вы, конечно, сможете скачать в группе канала ВК. Сейчас переходим, по-моему, давайте, как-то назывался. Вот это танк Challenger 2. Мы все это испытаем, ролик будет долгий, но зато очень интересный. Так, это у нас вертолет, хеликоптер. Вот этот экспериментал DGCL берем. Так, атак планер, это у нас самолет, будет у нас FA-18 Hornet, это вообще очень крутой самолет. Бомбер мы выбираем A-10, вот этот вот атак боц, по-моему, это лодка, только она работает, не работает, я не тестил, не знаю. И это у нас тоже какая-то фигня. Ну, давай пусть выберем другая, пусть будет вот это. Все, теперь мы как бы выбрали все, да, то, что у нас будет на карте. Выключаем, бак нажимаем и заходим в игру. То есть, заходится в игру. Так, транспорт вроде бы как выбрался, по идее. Или не выбрался, не вижу. А, можно было еще пушку поставить. Ну ладно. Там еще пушка есть прикольная. Да, есть транспорт, выбрался, уже вижу мотоцикл. Так, быстро мы бежим наверх. Срочно мы бежим наверх. Давайте мы сюда поднимаемся. Смотрите, ребятки, ой, красотулечка-то какая! Есть у нас крутой вертолет, на который может цепляться очень много юнитов, они прям пачками летают. Есть самолет, такой вот истребитель, есть бомбер. Мы это на всем на этом полетаем сегодня. Давай, фух. Давайте сделаем замедление сейчас. И вы посмотрите, какой прикольный самолет. Давайте мы его рассмотрим, да? То есть реально у нас есть ракеты. Блин, реально круто сделано. Вообще бомбезно. Ну, я, как и говорил, здесь очень быстро летают самолеты. Если честно, к ним надо приловчиться. Очень сильно приловчиться. Также хочу вам сказать, что я по чуть-чуть уже учусь летать на вертолете. На самом деле, там летать-то нечего. Полчаса уделить времени. Но вы не представляете, что время это такая штука. Вечно его не хватает. Вот сзади у нас взлетает бомбер. Ну что же, мы полетели. Отключаемся. Звук самолета здесь у нас тоже есть. Сейчас будем вражеские самолеты долбить. Мы можем, конечно же, из кабины. Также у меня стоит здесь система захвата цели. Это отдельный мод, я его уже сбрасывал, но... То есть он должен у вас уже, по идее, быть. А, чуть-чуть подлагивает. Так, где у нас вражеские самолеты, бомберы? Непонятно. Пока что не видим. Вертолеты. Мы на всем на этом покатаемся. Тут реально есть очень много крутой техники. Вообще бомбезная техника. Давайте мы сейчас развернемся. Нам нужно много места, чтобы развернуться на нашем самолете. Сейчас будем пролетать над вражеским аэродромом. Или даже можно ниже чуть-чуть вот так вот. И постараемся что-то захватить из кабины, да? Что-то мы захватим, не захватим. Сейчас посмотрим. Там, смотрите, уже самолеты взрываются. Так, люди, вижу вражеский вертолет. Хотелось бы, конечно, его подбить. Но скорость очень большая. Не, давай мы, короче, полетим. Сейчас развернемся и на обратном пути его бабахнем. Ну, говорю, очень быстро летает самолет. На истребителях практически невозможно здесь что-то сносить.
Так, вот вертолет. Я лечу. Нажимаем. Так, так, так. Нажали. Замедление. Сейчас беру его в прицел, ребят. Это вражеский. Там очень много целей. Потому что на вертолет садится не один, не два человека. Там целая команда. Конечно же, мы на вертолете полетаем. Ну. А, подожди, я же ракеты не использовал. Ракеты! Ладно, давай бомбер снесем. У-ху-ху! Сноси! Вертушка! Куда она? Это наш хвост самолета. Где мой второй пилот? Мой второй пилот выпрыгнул. Да нет, его не было. Ой, блин, блинский. Ладно, отжимаем. Ну я, походу, хотя бы бомбер уничтожил. Ребята, у меня еще сейчас 3 ракеты. Реально, на самолете пока что не совсем камильфо. Сейчас перейдем на наземную технику. Там вообще можно кайфовать. Так, переключаемся в кабину. Не та захвата цели у нас. Давай, не-не-не, все подряд захватываешь, дружище. Вот, да, пошла. Навелось? Огонь. И чё? Все, захватили. Шух, шух. Смотрите, ракеты пошли. Вот они. Впереди нас. Смотри, пошли ракеты. Ох, надеюсь, их видно. А куда они? А чё они вниз-то пошли? Они же должны были вертолет попасть. Ну, попадут они в вертолет. А ну, взлетает. Она просто над землей летит, смотри. Фух, она летит, и деревья даже гнутся. Да, попала в цель. Ну, просто, это же ракета, наверное, теплового наведения. Так. Или какие они там есть? По-любому, по теплу ориентируются. Реально крутая тема. Так, что мы сейчас делаем, ребята? Я думаю, что надо сейчас нам садиться на нашу базу. Как мы будем садиться? Ну, как-то так. По дороге сейчас выпрыгнем. Это будет хохма. Выпрыгиваем! Ну, в принципе, неплохо. Мне кажется, что у нас все получилось. Не знаю, что это самолет пролетел. Сейчас бы хотел дождаться вертолета, взять вертушку. Вот, вражеский самолет. Вот, представляете, наш самолет гонится за вражеским. Смотрите. Вот они. О, сбил наш. Бьет, бьет ракетами. Как они, боты, друг с другом воюют, я не представляю. Смотри, еще четко держится на хвосте теперь. Короче, дичь какая-то получается. Вертушка. Вижу вертушку, ребята. Сейчас возьмем вертолет, возьмем какую-то нашу команду. Сейчас посмотрим, где на карте находятся наши бойцы. И туда сейчас возьмем отряд. То есть, чем мне понравился этот вертолет? Там еще один был вертолет, мы в будущем посмотрим. Тем, что... Стопэ, стопэ, что ребята могут как бы садиться на вертушку, поняли? Толпой. Смотри, сейчас я сначала сяду. Смотри, кто за рулем? Кто за рулем вообще? Я за рулем? Не я за рулем, я... Зачем я? Я просто в кабине сижу, я сижу, бот нас везет. Вези, большая черепаха, ну чё ты тут стоишь? То есть, если сбить такой вертолет, вы можете снести сразу 6 человек. У нас, правда, одного нету. Ну, прикольно, когда ты на вертушке шестером такой заваливаешь на какую-то точку, да? Нельзя поменяться местами? Чё-то бот не очень-то нас и везет, если честно. А прикиньте, если... Стоп! А если сесть... Ну, это как-то надо сделать. Если сесть на место снайпера, чисто сидеть сбоку, еще и стрелять, да? Ну, ладно, давай мы, значит... Надо было просто взять под свое управление вертушку. Давай мы ее собьем сейчас. Она сама сбилась, я понял. Ждем, пока я зареспаунится. 4 человека выжили. Давай, стопай, дружище. Сейчас мы на вражескую точку чисто толпой засядем, что у нас по карте. Можем с левой стороны толпой сесть. Или даже... Нет, полетели, наверное, на острова. Вот мне надо главное... боты, боты, вы где? Да, это самолет взлетел? Что это было вообще? Сверху бомбер? Жесть какая-то, слушайте, ну реально жестяк. Так, вот место. Я за рулем. Если честно, я себе не доверяю. Блин, а кто в меня попал? Что ты? Ты придурок? Взял меня, вырубил, вы видели? Как еще его назвать? Он взял свой, начал стрелять по моей вертушке. Вот оболтус. Гонево, конечно.
Что у нас по лодкам? Лодки, походу, обычные. Лодки новые не выбрались. Ладно. Там можно еще было пушку выбрать, но с пушкой, я думаю, мы как-то попозже. Я тут еле с этими разобрался, куда что заходить. Где вертолет наш? Один, пусть будет у нас один человек, а то я не доверяю своим. А почему там самолет горит, смотрите? Наш? Нормально, четкий парень, смотрите. По самолетам стреляет. Это только что дробь пролетела. Чувак, выйди отсюда. Где вертушка наша? Я понимаю, что он крутой, четкий парень, но только он вместо вертолета тут сидит. А ну давайте, может сейчас вертолет появится? Так, что-то упало. Давай еще этого возьмем к себе в команду. Вот, да, появился вертолет. Я сажусь в кабину. Я сажусь. Чувак, иди сюда. А он, наверное, стрелял по врагам? Дружище, быстрее. Быстрее, пока не ранили. Иди сюда, по ком он бьет? Чувак, быстрее, подходи ты. Я хочу целую команду собрать. Все. Слава яйцам, как говорится. Взлетаем. Жу-жу-жу-жу-жу, полетели. Так, по-моему, вот это вражеская команда. Так, можно прицелиться. Огонь! Ага. А я не понял, а в чем прикол? А это вертолет, походу, как пулемет действует, да? Вот они! Стопе! Ох! Нас снесли! А что так? Они сквозь стекло прострелили! Ну это жестко. Ладно, давайте сядем возле танка, возможно. Еще есть наземная машина, где можно толпой залазить всем. Ёп, дрить, колотить. Кстати, мотоцикл вместо... Сейчас скажу, вместо чего. Вместо квадроцикла. Как ты посмел это сделать, чувак? Ну ты что? Это же мой мотоцикл был. Я же хотел подписчикам показать, как тут все играется. Ну давай. Кто за рулем? Я за рулем. Ой, блин. Это просто умора, ребята. Согласитесь, это огонь. Это просто огонь. Блин, сидит такой, крутится со всех сторон. Если вы знаете марку этого мотоцикла, обязательно пишите в комментариях, но это просто огонь. Вы посмотрите. Это такой четкий. А он не хочет, смотри на меня. Ну это жестко. Согласитесь, это жестко, блин. Реально, да. Скриншот сделать хотел сказать. Ладно, мы сейчас все равно появимся. Мы, конечно же, сейчас не играем. Мы просто рассматриваем транспорт. А потом уже в какой-то из серий мы постараемся тут побегать. Так, я не понял. Что, все точки захватили? Это несерьезно. Ребята, боритесь, возьмите точку, чтобы я сразу в ней респанулся-то. Ну как так, и красные побеждают жестко. По-моему, сейчас наши тут что-то воюют. Ну возьмите хоть точечку, хоть одну. Ну что ж вы такие, ребятки. Да, нельзя на них надеяться, я понял. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Есть такая пословица. Ну да ладно. Так, план такой. А, я еще вам не показал бомбера, да? Ну хорошо, бомбер. Подожди, а что у нас? Да не, нормально все. Так, вертолет не берем. Вертолет отстойный. Бомбер надо забрать. Сейчас на бомбере полетим. Но он не совсем бомбер такой. Вот тоже интересный. У него тоже скорость такая. Но он, по идее, должен быть помедленнее, да? Подожди, а если взять человечка к себе? Чувак, а ну давай. Я сяду в кабину. Ну и... Так, ага. Кто сел за руль? Я? Я за рулем. Я за рулем. Не я за рулем, а зачем я тогда? А, я. Чё я паникую? А, ну он, да, он хоть помедленнее, мне кажется, летит. А что он может? Ох, у него в айбоме 120... 1200 патронов? Ну это жестяк какой-то. Это жесть. Так, а бомбы? 12 бомб. Слушайте, да мы сейчас накроем целый город.
Ну давай. Как он смотрится? Ну чё, прикольный самолет, согласитесь. Блин, тут сколько транспорта крутого. Так это еще не весь я вам показал. Слушайте, это мы еще и не поиграли на самом деле. Чуть-чуть попробовали. Так, у меня у меня бомбы. Ого, вообще круто. Как круто сейчас бомбить будем. А чё ты только так стреляешь? Ой-ой-ой, нас подбили. Сос, куда я выпрыгиваю? Прям на вражескую базу. Прям, а там еще штанг супер есть. Супер танчик, который мы в начале ролика ставили. Я высадился. Я не знаю, где мой братишка там был. Так, я слышу. Я слышу какие-то звуки выстрела. Такое ощущение, как будто где-то есть снайпер. Вот танк, ребята. Я его ранил. Быстро за танк, быстро за танк, ребята. Все-таки танк так легко не убьешь, как человечка. Давай, садимся. О, вот это я понимаю. Пи-би-би-би-би-пи-пи-би-би-би-бип. Ствол, привет, дружбан. Ай-яй-яй, что с моим стволом? А ну, а если мы пересядем сейчас за пулеметик? Я вообще не вижу цели, куда я бью. А, вот так вот. Теперь вижу. Точка наша. Я ее взял. По-моему, даже флаг не может вылезти. Так. Зарядка, зарядка. Зарядка. Что-то у него с автоматом. У него автомат в небо смотрит. Кто по мне стреляет вообще? Они тут респаунятся и респаунятся. Вы посмотрите. Я один. В тылу врага. Нету никакой помощи. Вся надежда на воблера. Что воблер сможет победить здесь. Я хочу на этом мотоцикле с дружбаном покататься с каким-то. Ну, это вообще гонево. Че, ты что здесь делаешь? Так. Ага, снова бегут. Подождите, они бегут и бегут. Они респаунятся где-то на краю. Вот где они. На мотоцикл сел. Нет, он пробежал. Давай, давай, заряжайся ты, пушка. Ну, точка-то наша, не наша. Кто в воздухе? Вражеский вертолет. Получай. Вертушка какая-то очень слабая по броне. Падает за 2 секунды, вы видели? Да, точка наша. Точка наша, мы ее взяли. А как танк от третьего лица? Так, где у нас вперед у танка? Стопе. Чё? Что-то с танком не так. Наши пацаны респанулись. Ну, короче, такой есть танк. Так, мы сейчас едем за крутой тачкой, ребята. Берем мотоцикл. Что у нас, остров наш? Остров не наш. Мы с дружбаном сможем взять. Дружбан, садись. А, у нас 2 человека. Ты лишний. Кто следующий? Иди сюда. Чувак, где ты? О, еще респанулся квадроцикл. Это снайпер какой-то работает. Да идите сюда, кто тут со мной? Никого нету. Ладно, сейчас доиграюсь, пока меня завалит. Кто сверху сидит за рак... Стопе, кто там вдалеке стреляет? На мотоцикле кто-то. Капитан Америка тоже мне. О, друг, ты будешь моим другом. Дружище. О, у тебя автомат прикольный. Хорошо, садись. Поехали. Поехали! Да поехали. Где тут чувак? Ну, ты чё? Подождите, кто у меня в команде? Я его убил. Где еще один? Где он? Я почему-то его не вижу. Вот эта машина. Вот машина, которую я хотел показать. Короче, здесь высаживается на этой машине целая бригада. Ладно, у меня есть план. Мы сейчас респанемся на острове здесь. И приедем сюда на этой машине. Смотрите. Так, где она? Где она респаунится? Она где-то здесь. Что вы пипикаете? Машину мне дайте. Вот она, вот тачка. Набираем всю толпу. Тачка горит. Блин, надо ее поч... Это красные! Это... Подожди.
Это красный. Стоит наш флаг, шатает. Бах! Сгори. Главное, подъехал сигнал и такой деловой. Вы видели это тело, блин, деловое? Я думал, это наш что-то сигналит. Это жестяк. Кто там? На мотоцикле кто-то едет. Сейчас мы его снимем. Реально мотоцикл, как у Капитана Америки, а? Ладно, дружок, с гранатометом ты будешь моим дружбаном, садись. Да... Дайте мне мотоцикл, ё-моё. Да дайте мотоцикл. Почему я не могу сесть? А что, что с моим персонажем? Стопэ. Он не садится? Ладно. О, дружбан, садись. Вот это чётенько! Блин, ну пользовательский транспорт — это угар. Чувак с гранатометом, согласитесь. Это не шутки, мы ехали в маршрутке. О! Другие поехали с пулемета. Да не стреляй по мне, хочу скриншот сделать! Да чтоб ты, блин, а ладно. Наши еще в городе засели. Давайте сейчас возьмем эту машину. Туда можно посадить очень много людей. Нормально, это вражеский танк едет. Сейчас он меня заметит и все. 4 выстрела, и он готов. Он забирает нашу базу. О, пацаны такие крутые на мотоцикле. Кто меня снял? А, сзади снайперы шли. Но тут очень жесткая битва идет. Ладно, я хочу... Они даже... Подождите, они авианосец забрали? Нормально. Авианосец под их контролем. Так, где наша машина? Я хочу взять машину, туда посадить очень много ребят. Ладно, мы сейчас сделаем по-другому. Смотрите, это все фигня. Мы сейчас давайте... А я боюсь, что я перейду в главное меню. И все собьется. Ладно, сейчас нажмем паузу. Ага, все. Сейчас посмотрим, как тут у нас все работает. Да, вроде бы все осталось. Смотрите. Что мы делаем? Смотри, набираем команду. Очень большую команду. Мне нужна машина ваша! Дайте мне машину. 8 человек. И теперь надо ждать, пока у нас появится машина, ребята. О, есть машина. Сейчас мы... Стопэ, давай ее снесем с гранатомета. И она сейчас появится. Сядем толпой, поедем и просто захватим любую точку. Вы представляете? По-моему, у этой машины огромнейшей, если вы знаете, как она правильно называется, пишите в комментариях, 2000 хп. Что-то там было написано такое. Давай, давай. Появляйся. Перезарядочка. Мои бойцы пока что ждут. Ага, и чё? Где транспорт? Чувак, ты тоже будешь в моей команде. О, появилось. Мне нужно за руль. Конечно, окошко для управления не очень маленькое, если сидишь в кабине, смотришь вперед. Ну, оно типа бронированное. Садимся толпой. Сколько влазит человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Офигеть. Вы представляете, если такую машину полную ботов завалить? Ты же сразу пол команды вырубаешь. Едем. Опаньки. Вот это круто. Вы посмотрите. И она довольно быстрая, я вам хочу сказать. Реально быстрая. Сейчас мы просто точку захватываем на изи. Давай, дружище. Хо-хо-хо-хо. Нас не остановить. Точка сразу наша. Вы представляете, такой толпой заехать? 9 человек. Все, точка наша, смотрите. Наши могут респауниться. Едем в другую сторону. Кто-то с наших выпрыгнул? А, нет, там уже наша команда начала респауниться. Прыгаем. Отлично, кто-то даже с окна выглядывает. Ну, это реально круто, согласитесь. И самое интересное, что быстрый транспорт. Это он энергетическим оружием бьет. Так, что у нас на карте не захвачено? Так, мы сейчас едем на остров и захватываем, смотрите. Чисто на остров врываемся.
с подписчиками. О, это воблер на сходке с подписчиками. О, прыжок какой! Осторожно, дерево тоже мне тут за рулем сидит. Пи-би-пи-би-пи-би-би. Едем вперед. А, кстати, мы же можем... Ага, надо все-таки объехать. По мосту, потому что в воде мы можем застрять. Че, он с копьем поехал, что ли? Тот, кто сидел сзади. На мотоцикле с копьем был. Вот вражеская команда. Уезжаем отсюда, а то сейчас с ракетницы нас вырубит толпу. Нашу бригаду. Бригада! Тараним, тараним, чувака! Затаранили! О-о-о! Безумная машина, я бы ее назвал. Едем вперед. Отлично! Стоп, стоп, стоп! Застряли! Заднюю! Заднюю! Блин, что, реально застряли? Вы представляете? Ой-ой-ой! Вперед мы можем ехать! Нас по-любому сейчас могут загасить. Чувак, бей с пулеметом! Как нам выехать? Мы застряли! Ребята, мы на мосту застряли, горим! Смотрите, что с нашими колесами! Давай, 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 задний! Ох! Я знал, что я смогу! Конечно, мы немножко дымим! Ну а как же без этого? Вот, враги! Столкновение! Но! Выходим, быстро выходим! Машина сейчас взорвется! Выходите! Вовремя нажал, некоторые ребята успели выпрыгнуть. Или не так... Вы умерли! О боже! О, я отомщу за вас, я отомщу! Стоять! Как он выжил? Ого! Это наши были! Я по ним начал стрелять. Я перепугался, что это враги едут. Ну это жестяк. Все, садимся на мотоцикл и едем сюда захватывать. Согласитесь, реально крутой транспорт. Безумно крутой. Так, чувак. Или... А, это кровь. Я хотел кровь взять себе в команду, кровяху. Дружище. Эй, да ну что ж вы так-то? Уехали. Я хотел остров захватить. На остров хочу я. И? И что, я больше не найду никого для... в свою команду? Снайпер, иди сюда. Иди, дружище. Я стою возле мотоцикла, чтобы его не угнали наши, а то я знаю. И почему... О, взял одного. Давай, садись с воблером. Почему я не могу сесть? О, сел на мотоцикл. Он как-то сложно садится. Сюда персонаж. Садись! Да, у тебя крутая снайперка! Садись, дружище. А, это не ты? И чё? А, вот он. Ну, тоже неплохо. Едем! Ребята, кто умеет ездить на мотоцикле, пишите. Это реально круто, конечно, но опасно. Ох, подпрыгнули-то как мы! Ничего себе, прыгает мотоцикл просто по-зверски. Ху-ху-ху-ху! Безумный мотоцикл. Ой, осторожно, осторожно, перевернулся. И как? И как мне встать? Подожди, как мне встать? Ой, давай, давай, вставай! Блин. Все, я вышел. Дружище, у нас даже колеса. У нас колесо поменялось местами со щитком. Смотрите, колесо вниз упало. Ладно, дорогие друзья, вы увидели, насколько эпический транспорт. Я думаю, что на нем мы как-то поиграем по отдельности, то есть чисто. Надо больше времени, это же вы понимаете, чтобы каждый транспорт рассмотреть, сколько надо времени, а потом, чтобы на нем насладиться, поиграть. Я думаю, что это будет уже в следующей серии. С вами был Воблер, оставайтесь на канале. И все будет круто. Удачи и пока.